На этой неделе при пожаре погибли 2 человека. Сообщение о возгорании в жилом доме по улице Центральная в деревне Пересвятое на пульт Центра оперативного управления поступило днем 23 января. По прибытии к месту вызова первых подразделений МЧС шел густой дым из-под кровли деревянного жилого дома. Односельчане еще до прибытия работников МЧС вынесли на свежий воздух хозяина домовладения 1961 года рождения без признаков жизни. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы на полу в жилой комнате в бессознательном состоянии был обнаружен и передан работникам скорой медицинской помощи сын хозяина дома 1984 года рождения. После проведения реанимационных мероприятий работниками скорой медицинской помощи была констатирована смерть обоих мужчин. Спасатели быстро ликвидировали возгорание. В результате пожара повреждена кровля, стены и имущество внутри жилого дома. Причина происшествия устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем при курении.